Всем большой привет, добро пожаловать, и это первая распаковка покупок с Wildberries и Sazon в 2024 году. Сегодня, как и всегда, будут разноплановые покупки, будет одежда, будут покупки для дома, будут вкусняшки. Обо всем в процессе видео расскажу. Поехали! Начну сегодня с одежды, и я наконец-то нашла подходящие мне кожаные брючки Палаццо. Давно искала, заказывала несколько раз, и все что-то мне как-то то не сядут на меня, то по росту не то, то как-то они жмут, то в них садиться некомфортно. В общем, никак я не могла подобрать подходящую модель, и вот, наконец, подобрала, девчонки. Брючки сделаны из эко-кожи, и эко-кожа здесь очень хорошая по качеству, никакого неприятного запаха нет. Внутри здесь приятная к телу подкладка, мне кажется, это что-то хлопковое, и здесь сзади есть резинка, а спереди они застегиваются как классические брюки на пуговицу и на молнию, на ширинку. За счет того, что вот на спинке есть резинка, эти брючки очень комфортно садятся на тело, и в них действительно удобно садиться, они нигде не тебе не впиваются, не пережимают, очень комфортные. Спереди по бокам здесь есть классические кармашки, и на попе есть два фальшивых маленьких карманчика. Мне подошел 48 размер, и самое классное, девчонки, знаете что, у этого бренда брюки есть на разный рост. Тут размеры делятся на два вида. Есть размеры на рост до 170 и на рост, по-моему, до 180, да. Но я почитала отзывы и поняла, что тот размер, который идет на рост до 180, он подходит даже тем девчонкам, у которых рост как раз-таки 180 и близок к 180. У меня рост 171, и я, почитав отзывы, решила, что все-таки возьму на рост до 170. И они мне классно подошли по росту, прям вот то, что надо, тютелька в тютельку. Просто не хотелось брать слишком длинные, чтобы потом их не подшивать. Очень хорошее качество, шито все классно, приятные к телу, хорошо выглядят. В общем, я невероятно довольна. Цена у них тоже приятная, они сейчас стоят 1827 рублей. Следующая вещь — это укороченный черный пиджак. Укороченные жакеты — это сейчас тренд. Этот жакет, кстати, от того же бренда, что и брюки, называется бренд Массандра. Тут в подарочек вот еще резинку-пружинку положили. Точнее, подвесили вот вместе с этикеткой. И этот пиджачок я тоже взяла в 48 размере. Вообще, я обычно ношу 46, но мне хотелось, чтобы он достаточно свободно сидел. Не то, чтобы это был прям какой-то супер оверсайз, но просто, чтобы сильно к телу не прилегал. Вы знаете, я не люблю очень обтягивающие вещи, поэтому взяла 48 и не прогадала. Сел на меня отлично, очень комфортный, хорошая длина рукава, хорошее качество, приятная здесь подкладка. Она синтетическая, но она такая мягкая, не шуршащая. Шовчики все хорошие, ровненькие. В общем-то, по качеству у меня никаких вопросов нет. И здесь удачно сшиты ровные, такие плотненькие лацканы. Смотрится очень стильно. Можно будет носить и с юбками, и с джинсами, и, может быть, с какими-то брючками. В общем, по-разному можно сочетать. Вещь такая универсальная, я бы даже сказала, базовая. И стоит этот жакет сейчас 1556 рублей. Я, честно говоря, даже не думала, что за такую цену будет такое классное качество. И еще одна вещичка. Ну, это прям база. Это то, без чего ни один гардероб, мне кажется, просто невозможен. Это базовая белая футболочка. Я периодически себе обновляю такие футболки, потому что они, конечно, со временем занашиваются, а у меня всегда в гардеробе хотя бы штучки 3-4 белых футболочек должно быть. Футболка хорошая по качеству, здесь прекрасный состав, по-моему, 95% хлопка, давайте посмотрим. 95% хлопка, 5% лайкры. Вот за счет того, что тут есть немножко лайкры, футболка немного тянется. Здесь симпатичные рукавчики с отворотами, и у футболки классический круглый вырез. Размер я себе взяла L, 46-48 по размеру, опять же, мне прекрасно подошла. Сидит так немножечко свободно, но при этом не сильно оверсайз. Я такие футболки ношу как нижний слой, а летом в теплую погоду ношу просто как самостоятельную вещь. В общем, футболочка хорошая по качеству, базовая, классная. Стоит сейчас футболка 1169 рублей. Еще из одежды заказала себе теплую пижамку от бренда Твое. У этой пижамки такой теплый, нежный флисовый материал. Здесь свитшот розового цвета. И он, по-моему, с какой-то ламы. Да, здесь такая вот миленькая аппликация в виде спящей ламы, которая думает о любви, потому что вот у нее мысли в форме сердечек. Ну, очень симпатичная такая, милашная. Брючки темно-серого цвета с розово-белыми сердечками. Пижамку взяла в размере L. Давайте посмотрим состав. Я думаю, что такой флис — это, скорее всего, какой-то синтетический материал. Да, это 100% полиэстер. Но он такой прям, ну, очень мягенький, очень приятный к телу. Но я думаю, вы понимаете, что такое флис.
флис. Флис – это очень такой нежный плюшевый материал. В общем, хорошая, симпатичная, теплая пижамка на холода. У нас сейчас очень холодно, и дома тоже прохладно. И вот сейчас хочется кутаться как раз в такие теплые пижамки. Я периодически покупаю какие-то пижамы в бренде «Твое». Они неплохие, девчонки, но как-то вот они не слишком долго служат, скажу вам честно. Но и цены при этом у них низкие, поэтому тут как бы сильно к качеству я не придираюсь. Стоит эта пижама 1398 рублей, и тут также еще множество других расцветок. Следующее — это стиральный порошок с очень необычным компонентом. Он с чернилами каракатицы. Это порошок от бренда Olivetti. Вообще, конечно, чернила каракатицы — это весьма необычная добавка для стирального порошка, но, как оказалось, это очень эффективное дополнение, потому что чернила каракатицы активируют кислород, за счет этого лучше выводится загрязнение, лучше выводятся пятна, и при этом это экологичный компонент, и он гораздо лучше токсичного компонента Tide, которая содержится в обычных стиральных порошках. Плюс экстракт чернил каракатицы защищает ткань от потери цвета и также еще обладает антибактериальным действием. Этот порошок супер концентрированный, и расход у него в 3 раза меньше, чем у классического порошка. Здесь небольшая упаковка, 1,5 килограмма, за счет этого она такая компактная, и ее удобно хранить, она не занимает много места. Но при этом этого количества порошка хватает на 50 стиров. В комплекте здесь еще есть мерная ложечка. Я этим порошком уже вовсю пользуюсь, мне он понравился, он классно отстирывает, он хорошо вымывается из ткани. Здесь, кстати, еще также содержится кондиционирующая добавка, поэтому вещи после стирки мягкие, и дополнительно кондиционер с этим порошком я не использую. Плюс мне понравилось, как он пахнет. Я довольно придирчива к запахам порошков и вообще разных средств для стирки белья. Здесь запах очень приятный, пахнет, знаете, как белье, которое ты принесла после мороза, такая морозная нежная свежесть. И запах при этом не химозный, не бьющий в нос, и на одежде после того, как белье высыхает, запах не сохраняется, что для меня лично является плюсом. Не люблю, когда вещи после стирки долго пахнут порошком. И еще этот порошок универсальный, его можно использовать как для стиральной машины, так и для стирки вручную, и он подходит как для цветных, так и для темных тканей. Ну и самое важное, что он экологичный, в нем нет вредных компонентов, он не содержит в составе фосфатов, фосфонатов, хлорных соединений, агрессивных химикатов, этилового спирта. И также здесь написано, что биоразлагаемые натуральные компоненты при попадании в грунт и реки не вредят окружающей среде. То есть этот порошок безопасен не только для людей, но также и для окружающей среды. И он гипоаллергенный. Если вы в поисках хорошего, работающего, экологичного стирального порошка, присмотритесь, очень хороший продукт, и цена у него доступная. Он на Озон сейчас стоит 456 рублей. На 50 стирок, мне кажется, цена просто прекрасная. С покупок для дома заказала вот такой хозяйственный ёршик для того, чтобы мыть вазы и бутылочки с узким горлом. Горс здесь достаточно жесткий, поэтому я надеюсь, что этот ёршик будет хорошо отмывать. Я, знаете, для чего в первую очередь взяла? Для того, чтобы отмывать графин, в котором у меня растительное масло. У него узкое горлышко, и вот ты его хрен чем отмоешь. Я какие только лайфхаки не пробовала, это все бесполезно, его просто невозможно нормально промыть внутри. Но я надеюсь, что этот ёршик мне поможет справиться с этой задачей. Основание здесь сделано из проволоки, тут проволока как бы такой косичкой заплетена, пластиковая ручка. Ну, в общем, я не знаю, что еще рассказать вам про ёршик. Стоит этот ёршик 175 рублей, длина у него 40 сантиметров, и здесь также еще написано в описании, что у него натуральная щетина, и здесь используется переработанный пластик. Давайте вскроем вот эту коробочку. Я даже не знаю, что у меня здесь лежит. На коробочке никаких опознавательных знаков нет. Ну, сейчас узнаем. А, здесь гель для душа. Здесь гель для душа от бренда Yves Rocher. Я, кстати, вообще с удивлением для себя обнаружила, что на Wildberries продается Yves Rocher. Может быть, он там уже давно продается, но я как-то почему-то не замечала. А тут просто зашла, и на главной странице была промо-компания Yves Rocher. И я удивилась. В общем, полезла смотреть, что новенького у Yves Rocher там появилось, потому что в их фирменные магазины я уже прям давно не заглядывала. И увидела, что у них, как обычно у них это бывает каждый год, вышла новогодняя коллекция, и у них всегда в новогодних коллекциях очень классные гели для душа. В этом году в новогодних лимитках аромат морозное личи. Я очень люблю запах личи в парфюмерии. Приятно. Приятно пахнет, что-то такое кисленькое. Конфетная. Ну, я бы не сказала, что это прям запах личи. Ну-ка, подождите. Хотя нет. Нет, пахнет личи, да. Ой, класс.
Мне нравится, мне нравится, но, девчонки, иметь в виду, у личи, как и у запаха смородины, есть такой специфический аспект, который может давать некоторым ассоциации с запахом кошачьего лотка. У меня такого нет. Если как бы вот принюхиваться и думать об этом, да, я могу учуять здесь кошачий лоток, как и в любых духах с ароматом личи, но, в принципе, как бы у меня такого триггера нет, но многим мне нравится. А вообще, я очень люблю гели для душа Ти Фреше, потому что они хорошо пенятся, они хорошо очищают кожу, при этом они мягкие, у них много классных ароматов. В общем, буду с удовольствием пробовать эту новинку. Еще заказала вот такое эфирное масло лаванды от бренда Botavix. Я взяла его для ароматизации помещения, для того, чтобы капать его в свой увлажнитель воздуха у меня, потому что увлажнитель с опцией ароматерапии. В общем, в него можно капать эфирные масла. Эфирное масло лаванды лучше использовать для ароматерапии в вечернее время, потому что оно обладает расслабляющим, усыпляющим действием. И после ароматерапии с лавандой я всегда классно сплю. Можно также еще капать несколько капелек себе в ванную, но тогда обязательно смешивайте с пеной для ванны, либо с солью для ванны. В чистом виде эфирные масла в воду не капают. Здесь написано, что это 100% натуральное эфирное масло и страна происхождения Франция. Что на самом деле удивительно, потому что это масло стоило недорого. Но давайте на всякий случай перепроверим, точно ли Франция. Изготовитель ООО Botavix, Москва. Я не поняла тогда, при чем тут Франция? Нигде не сказано, что изготавливается во Франции. Страна происхождения Франция. Ага, так хитро, да, написано? Не страна производства, а страна происхождения. Страна происхождения чего? Лаванды самой. В общем, непонятно. Короче, производится в России. Пахнет приятно, стандартно для эфирного масла лаванды. Еще я, бывает, капаю масло лаванды в очищающие маски для лица, потому что лаванда обладает противовоспалительным действием. Ну и еще это такой древний способ изгнания моли. Можно просто на ватные диски накапать, положить в шкаф, и моль вас не побеспокоит. Ну вот конкретно вот это масло от Botavix беру первый раз. Посмотрю, как оно будет в применении. Ну так, на первый взгляд, все окей. Стоит оно 210 рублей. Из покупок для дома заказала еще вот такую эко-пенку для мытья овощей и фруктов. Она сделана также из овощей и фруктов. Здесь нет никакой химии, то есть это экологичный продукт, который помогает очищать овощи и фрукты от каких-то поверхностных загрязнений. Взяла я эту пенку для того, чтобы отмывать яблоки от воскового слоя, потому что зимой, вот как не купишь яблоки, они все вечно каким-то воском перемазаны, и просто под горячей водой этот воск не отмывается. Поэтому взяла попробовать такую пенку. Я уже эту пенку вовсю использую, мне она нравится, она хорошо отмывает яблоки, она быстро смывается, никакого от нее запаха или привкуса нет. Здесь объем 450 мл, и здесь сказано, что с помощью этого тюбика можно очистить 750 овощей и фруктов. Ну, это я проверять, конечно же, не буду, но пенка мне нравится, хорошая, поэтому да, могу тоже порекомендовать. Давайте теперь переходить к вкусняшкам. Заказала гречишный чай, он от бренда Superfood. Здесь в упаковке 200 грамм, и это классический гречишный чай без каких-либо ароматизированных добавок. Вообще гречишный чай считается очень полезным, он не содержит кофеина. Также здесь еще сказано, что он помогает снижать отечность, помогает похудеть, нормализует пищеварение, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, улучшает обмен веществ. В общем, девчонки, волшебный чай. Выпила кружку, помолодела, оздоровилась, можно сказать, заново переродилась. Если бы это было так, это было бы здорово, но, конечно же, нет. Я каких-то супер лечебных свойств от гречишного чая пока что, честно говоря, не замечаю. Может быть, надо прям долго пить. Но пока для меня это просто приятный по вкусу напиток. Этот чай изготавливается в Китае. Я до этого заказывала гречишный чай, который изготавливается у нас в России. И знаете, по вкусу они прям сильно отличаются с вот этим китайским гречишным чаем. Возможно, дело не в месте произрастания гречихи, а может быть, в обработке или в каком-то урожае. Не знаю. Но вкус прям разный. У нашего российского гречишного чая вкус был такой прям бисквитный, какой-то ванильной печеньки. Здесь вкус менее выраженный и какой-то как будто бы более натуральный, что навело меня на мысль, что в том гречишном чае, что я пробовала до этого, был какой-то то ли ароматизатор, то ли, может быть, усилитель вкуса, не знаю. В общем, этот по вкусу как будто более натуральный, здесь нет такого ярко выраженного вкуса печенья. Вообще сложно объяснить, какой по вкусу гречишный чай, это просто нужно один раз попробовать и понять, ваше это или не ваше. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Сказала, огромный пакет шиповника
шиповника. Шиповник — это очень классная, полезная штука. Отвар из шиповника очень богат витамином С, и он помогает поддерживать иммунитет, что сейчас зимой особенно важно, когда все вокруг болеют, болеть не хочется. Поэтому я решила пить отвар шиповника, чтобы помочь своему здоровью натуральными методами. Здесь написано, что этот шиповник горный, и он произрастает в Узбекистане. Мне понравился он хороший, чистенький. Здесь я не вижу каких-то камушков или какой-то грязи. Хорошие, чистые, ровненькие плоды. Я уже несколько раз заваривала, отвар получается вкусный. И сами плоды здесь не сильно пересушены, то есть, в принципе, их можно измельчать ножом, они поддаются. Потому что иногда бывает шиповник, ну, очень сильно пересушенный, вот просто как камни. И его, конечно, измельчить невозможно. Здесь такие мягкие плоды, их даже вот можно пальчиками сжать. Сколько я выбирала шиповник, продавцов много, но если почитать отзывы, иногда там такие ужасы в отзывах, какие-то черви в этих шиповниках, какие-то жуки, мошки, непонятно кто. Поэтому, когда заказывала, скрещивала пальчики, чтобы никаких ползучих гадов в моем пакете не было. Но я, конечно, не перебирала здесь прям каждую ягодку, но вот так вот визуально, если смотреть через пакет, я ничего такого не вижу. Выглядит все чистенько. И стоит килограмм шиповника 390 рублей. Сегодня прям много вкусняшек. Еще одна вкусная и, между прочим, полезная покупка — это топленое масло ги. Я уже заказывала масло от этого же производителя. Оно мне очень понравилось. Мы доели до конца баночку. И вот я заказала новую. Еще даже вот не открывала. Открываю вместе с вами. Называется кавказское топленое масло гхи с крупинками. И производится это масло в Чеченской республике в городе Грозный. Объем банки 450 грамм. Очень хорошее, вкусное, нежное топленое масло. Можно и жарить на нем, можно также его на бутерброды мазать, можно в каши добавлять, можно добавлять там к блинчикам, к сырникам. Масло гхи считается очень полезным, и оно считается гораздо более полезным, чем, допустим, подсолнечное масло, к которому мы как-то больше привыкли, и на нем считается более полезно жарить, чем на подсолнечном масле. И еще для тех, у кого есть непереносимость лактозы, масло гхи лактозы не содержит, и также тут еще нет казеина. И, кстати, положили тут еще какой-то подарочек. Давайте посмотрим. Мед суфле черничный. Интересно. Кстати, в прошлый раз этот продавец тоже клал подарок. По-моему, там был какой-то кокосовый мед суфле. И причем баночка такая, да, для подарка. Внушительная, довольно-таки большая, я бы сказала. Попробую. Интересно, черничный мед я еще не пробовала. И стоит это масло 425 рублей. И последнее из вкусняшек — это пастила. Эту пастилу заказывал мой муж. Я ее еще не пробовала, но он вот уже открыл упаковку, он уже здесь что-то попробовала, я попробую вместе с вами. А здесь у нас есть разные вкусы: яблоко, черная смородина, яблоко, персик, яблоко, груша и, по-моему, просто яблочное. В общем, такое фруктовое ассорти. И здесь у нас пастила упакована в индивидуальной упаковочке. Также тут написано, что она без сахара. Производитель называется Fruit Line. Ну, давайте попробуем вот эту яблоко-персик. В одной упаковке 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 маленьких таких пластиночек. Что-то здесь чувствуется как будто немножко химозное. Давайте-ка посмотрим состав. Что-то такое во вкусе есть не очень приятное. Яблочное пюре, ароматизатор, понятно. Вот что я почувствовала здесь химозное. Ароматизатор в зависимости от вкуса. Очень жаль, что это пастила с ароматизатором, это прям сразу ее портит. Я заказывала от другого производителя, наверное, где-то месяц или полтора назад, тоже вот такого же формата пастилу в индивидуальных упаковках, и она была без всяких ароматизаторов, она была очень вкусной, мы ее с удовольствием съели, а вот тут прям сразу чувствуется химозинка. Поэтому советовать, девчонки, не буду. Лучше посмотрите пастилу без ароматизатора. Ну, заказывал муж, он там в состав не вникал. Видимо, первую попавшуюся какую-то взял. Короче говоря, вот эта пастила Fresh Fruit Line мне не понравилась. Биоразлагаемое детское мыло без запаха в большой упаковке. Здесь у нас 1 литр. Я специально искала мыло без запаха для того, чтобы мыть собаке лапы. У нас собака аллергичная, поэтому стараемся подбирать для него гипоаллергенное мыло. И лучше, чтобы вот оно вообще ничем не пахло. Вот это мыло взяла первый раз. И мне оно понравилось, хорошее мыло, оно хорошо очищает, не скажу, что оно сильно пенится, пенится умеренно.
У него действительно нет никакого абсолютно запаха. И мне нравится, что оно хорошо вымывается, оно быстро смывается. Я также этим мылом периодически мою руки, для мытья рук тоже хорошо подходит. Приятное, не сильно сушащее мыльце без запаха. Бренд, по-моему, кстати, не сказала. Бренд называется SEPTV. Стоит такое мыло 232 рубля. Бьюти-покупочка – это полировочная пилка для ногтей. Пилка от бренда Мерц. У меня была точно такая же пилка. Она мне очень нравилась, и просто она у меня уже износилась, поэтому заказала новую, точно такую же. Здесь у нас несколько сторон с разной абразивностью, и, соответственно, каждой стороной прорабатываем ногти и получаем очень красивые, такие блестящие ноготочки, как будто бы они у вас покрыты прозрачным лаком. Хотя они ничем не покрыты, просто они классно отполированы. Сейчас, знаете, набирает популярность японский маникюр, вот как раз на японском маникюре там шлифуют, полируют ногти, и получается такой вот естественный блестящий эффект. Вот с такой пилкой это можно сделать без всяких японских маникюров. Надоело мне опять покрывать ногти гель-лаком, возвращаясь к естественному маникюру, и такая полировочная пилка будет мне сейчас очень-очень кстати. Ну что, все покупки обсудили, на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые распаковки. А я с вами на сегодня прощаюсь. Пока-пока!